молодые, активная щетка гражданской позиции и желание внести свою лепту в окружающую действительность. Молодежный парламент функционирует при Совете депутатов, а занятия проводятся на базе Центра творчества детей и молодежи. Школьники-лидеры хорошо знакомы с Валентиной Назаренко. Еще с тех пор, как она возглавляла районный совет депутатов. Нынешняя встреча была особенно интересна. Ведь сейчас Валентина Алексеевна парламентарий. Что такое Национальное собрание Республики Беларусь, структура, задача депутатов республиканского уровня, информация из первых уст. Задача парламентариев, как никого из других, должны знать ситуацию в обществе, должны активно участвовать в развитии сильной национальной экономики, в решении социальных вопросов, да, и продвигать политику государства, нашего суверенного, независимого государства. Будущее за молодыми. Время скоротечно. Эти школьники вскоре будут выстраивать действительность. Инициатива приветствуется и поощряется. Главный лозунг молодежного парламента. Очень много инициатив, очень много активных ребят, которые закапывают свои желания вот, проявлять себя, свои какие-то реализации, идеи. Но вот со временем мы их начали находить, мы начали с ними работать, и сколько интересных проектов начало появляться у нас в городе. Я думаю, что это наша еще стартовая только стартовый наш этап, что у нас еще все впереди, и мы еще заговорим о себе на весь город, но я думаю, что мы уже неплохо начали. Представители молодежного парламента принимают активное участие в городских мероприятиях, акциях и конкурсах, сессиях депутатов и круглых столах. Филиалы организации есть в каждой городской школе. Во-первых, это много возможностей. Это посещение таких мероприятий, как сессии Совета депутатов, молодежные конференции, встречи с уважаемыми людьми нашего города и не только. Также это саморазвитие. И я считаю, что молодежный парламент, он мне даст большой плюс в дальнейшем поступлении в университет. Да, я собираюсь поступать в Минск, надеюсь, что пройду. Я собираюсь также продолжить молодежную деятельность в Минске, с ЮНИСЕФ, также БРСМ. Я собираюсь работать врачом по медицинскому направлению, но все-таки с молодежью как-то ближе и веселее. Планы у лидеров молодежного парламента на наступающий 2020 масштабные. Во-первых, им предстоит провести выборы, а после сформировать комиссии, которые будут отвечать за то или иное направление деятельности по образу структуры Национального собрания. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».